создана целая субкультура. То есть люди услышали красивое слово и начинают сразу «хочу, хочу, хочу». Кастом – это такое сообщество людей, которые там слушают определенную музыку, либо им нравится определенная музыка, им нравятся там татуировки, пинстрайпинг, картинки определенной стилистики. То есть это такая бриллиантовая эпоха. По-моему, 40-е или 50-е годы она началась в Штатах. Точно не буду привязываться к датам. То есть родоначальники у нас были Штаты. То есть они дали толчок развитию этой культуры. Если у них это идет еще там 40-х годов, то у нас это вот буквально вот-вот начало развиваться там, может быть, лет 5, ну, максимум 10 назад первые зародыши появились. До этого у нас еще подобное не встречалось. Кастом называли все, кроме того, что нужно было. Первое, что в кастоме, это желание и получение удовольствия от постройки какой-то персонализированной техники, то есть там мотоцикл, это велосипед, это может быть даже скейтборд, то есть элементарный, но ты его сделаешь сам, к примеру, либо из каких-то запчастей уникальных, то есть он будет один такой, там в каком-то регионе, или для тебя он будет один, он не будет куплен с какого-то завода, либо будет он изготовлен, допустим, у какого-то определенного мастера, то есть который сделает его в одном экземпляре, и он не будет похож на все остальное. То есть кастом, если дословно это перевести, это персонализация какого-то продукта. Поэтому это попытка выделиться, то есть из общей серой массы, то есть обыденности, там, обычных каких-то футболочек, маечек, там люди одевают там какие-то косуху, я не знаю, бандану и так далее. Это, ну, целая субкультура. В кастоме первое – это огромное желание и наличие времени. Будет время, будут деньги. То есть это все очень взаимосвязано. То есть, ну, лень, понятно. Ленивые люди не выживают долго и счастливо. То есть ты должен обладать такой жесткой хваткой, желанием строить что-то.